Даш, у тебя есть что-то? Ничего в голову не приходит. Блин, нам надо быстрее. Уже скоро видео выкладывать, а мы даже ничего не сняли. Мы даже ничего придумать не можем. Думай голова, думай голова, думай голова. А может обойдемся без поздравления? Ты что, это же не просто праздник, это же Новый год. Новый год наступил. Как мы можем наших подписчиков не поздравить? Ну, может так и сказать просто с Новым годом? Нет, есть у меня идея. Я записываю. Да не в этом смысле. Помнишь, Бенди оставил нам ту штуку, которая может его вызвать? Так может мне маму? Нет, не надо. Где он? Смотри, стоит-то. Если вдруг соскучишься ты, голову мне тогда оторви. Да, она у меня. Только как она нам поможет? Тащи скорее, нет времени объяснять. Вот. Отлично. Что ты делаешь? Девочки, соскучились? Бенди, нам очень нужна твоя помощь. Без проблем. Кого нужно убрать? Не-не-не, никого не нужно убирать. Нам нужно помочь придумать поздравление для наших подписчиков. Фу, у меня есть идея. Правда? Ну, она вам не понравится. Что? Где он? Кажется, ушел. Вот тебе и помог. Да уж, зашибись помощь. У меня больше идей нету. Это еще что? Бенди? Фу, давно я тут не была. Девчонки, вы совсем про меня забыли, да? Эмили? Как ты тут? Ты, да-да, забыли, а подписчики, например, помнят и постоянно пишут, когда будут новые серии про Эмили, когда, а вы? Когда вы про меня отснимете новую серию? Вообще, в следующем году будем снимать. Точно? Точно. Ладно, поймала вас на слове. Ну и теперь давайте сюда камеру. Я тут для того, чтобы вам помочь. Ребята, я поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам никогда не расставаться с друзьями и видеться с ними как можно чаще. Пошла, пока подготовлю место для съемок. Куда идти-то? Куда строить тут без меня? Это еще сейчас было. Не знаю, но это очень странно. Там еще кто-то есть! Да что ж такое? Как же там тесно. О, привет, Даш. Привет. Стой. Ты что тут делаешь? Как что? Вообще-то я тоже хочу ребят поздравить. Ребята, я вам желаю, чтобы все ваши мечты и планы исполнялись. Не то, что у меня. Ну ты же злодей, как ты хотела? Ну хоть разочек дайте мне победить. Да! Хорошо, в следующем году бражник победит. Окей. Так лучше. Вот чудес. Может. Ай! Что ты делаешь?
проверила, сон ли это. Больно? Больно. Себя надо было щипать. Себя больно. Ну и кто у нас следующий? Давай быстрее уже, вылезай. Я пытаюсь. Ну что ты там застряла? Я косой зацепилась. Да сколько можно уже? Коса. Целая. Белоснежка! Слезь с меня. Прости, я нечаянно не ушиблась. Может, ты уже слезешь? Ой. Дорогие подписчики! Я бы хотела вам пожелать, чтобы в жизни у вас всегда был тот, на кого вы можете положиться. Или упасть. А я вам пожелаю здоровья. Обязательно мойте руки перед едой и ешьте только свежие продукты. Ты опять за свое. Что, вот знаешь, если бы тебя вырубило из-за какого-то яблока. Девочки, не ссорьтесь. Проходите туда. А? Эй, помощь нужна? Праздник Эмили и Уильям. Нормально, Бенди нам помог. Если они разнесут дом, родители меня казнят. Может, хватит уже? Может, это Бенди? Бенди, Шменди тоже мне монстр. Нашли кого бояться. Вот мы настоящие монстры. Мы вообще были самыми первыми монстрами на твоем канале. Клаудин! Фрэнки! Вы тоже пришли! Конечно, мы же тоже должны поздравить твоих подписчиков. Ребята, я желаю вам в новом году только хороших оценок. Самых хороших. И много друзей и одноклассников. Чтобы школьные дни проходили весело. И чтобы домашки поменьше сдавали. Классно! Спасибо вам, девчонки, за помощь. А, да пожалуйста. А где все остальные? Там. Пойдем. Даша, это же лучшее поздравление в мире. Я не могу поверить. Даже монстры пришли. Что тут монстры? Стой! Я сейчас всех порву! Все хорошо. Солнце теплое, трава зеленая. Солнце теплое, трава зеленая. Это я так выгляжу. А как это можно? Да ладно, я шучу! Какое поздравление без нас! Ребята! Я вам желаю отличного настроения! И адекватных друзей. Чё? И говорю, что желаю, чтобы все зрители были такие же храбрые, как моя подруга Венди. Да, я пошла. И быть такими же веселыми, как я. А рычки закрыли. Твой парень должен быть неотразим, моя леди. Ты не мой парень. А зрители так не считают. Эй! Ребят, я желаю быть сильными и смелыми, как я. А еще иметь смекалку, как у меня. Супер шанс! Ребят, мы там долго! У нас уже все готово. Быстрее! Время! Время! Ну вот опять мы из-за себя опоздаем. Ну извини, идем. А где все? Что-то странно. Ой, блин! Кажется, на поздравление я не пойду. Ребята, я вам желаю не облажаться в следующем году. А у меня это не очень получается. А лучше учитесь на своих ошибках. Ого, сколько вас! Все уже здесь. Ну, извини. С Новым годом!
Пш. Веселье вам, друзья! Без проблем! Кому? Без проблем! Кому нужно? Как вот с этим парнем? Я не знаю. Я показать. А как это можно? Ксюша! Зеленая? И чтобы домашки поменьше сдавали.